ручки размял, пальчики тоже. Руднички, руднички, неплохо. Всем привет, мои дорогие друзья! Вы на канале Don Vito. Данное видео посвящено теме пряток в игре World of Tanks Blitz. Задача игроков — спрятаться максимально хорошо, чтобы их не нашел водящий. Задача водящего такова. Он должен найти всех, а последний уже проходит групповой этап и попадает в следующий финальный тур. У участников наших игроков всего лишь есть 1.5 минуты на то, чтобы спрятаться. Всего участвовало 4 группы. Соответственно, из 4 групп мы взяли по одному лучшему игроку. Последние выжившие, последние ненайденные ребята. И они уже потом соревнуются в финале. Вы все это увидите в конце видео. А кто уже постарался там, тот получил денежные призы. И другой, очень даже духовный приз. Желаю всем приятнейшего просмотра. А также не забываем, что цель этого видео набрать 8 лайков. И, пожалуйста, подпишитесь на канал, ведь мы так старались для вас, такой контент сделали. Будет палить эмоциями? По-моему, ее спалили эмоциями. Осуждаю, осуждаю. Да, вот этот крикнул, как? Вот так вот этот крикнул. Опа, нашел. Ни хрена. А сколько осталось челов? Не знаю, я 4. Все, все. Карта вообще не очень, я согласен. Поздравляем. И он тупо почему победил? Да потому что Кирилл туда не поехал. Если бы он туда поехал, он нашел. Убейте победителя. Все, Дима победитель первого тура из группы А. Вот он наш победитель из группы А. Красава. Поехали. Так. Будет искать левоправ на танке БТ-2, не спутайте его. Собитва. Но это не ковид. Хуешек. Нет, на самом деле я просто коленом подавился. Коленом? Коленом подавился. А можно... А можно посмотреть куда? Нельзя, ну ладно. Сейчас посмотришь, через минутку посмотришь. А, карту, мини-карту можно будет включить, да, через минуту? А, не. А кто не купит хлеб, затем бабаха приедет ночью. У нас как раз, а у нас один как раз кусочек хлеба стоит 15 рублей. Это бедные 10 долбаса. Все, я погнал. Да ладно? Да, серьезно. Я развернулся, сразу одного увидел. Ну да, он как-то странно спрятался, очень странно. Типа... Ты там стоишь, а он прям туда спрятался. Ты мог за дом встать, например. Но да, не... мог... Он прям встал в том месте, куда ты поедешь. Вот так вот, типа, делаете, блин. Когда кто-то рядом. Какие красивые елки. Какие красивые елки, действительно. По времени норм. Типа, по эмоциям мне нравится, когда вы палите себя по эмоциям, потому что я вас нахожу. Мне нравится. Мне нравятся эти елки, такие красивые. Ой, я нашел одного. А я двоих нашел. Ребята. Хорошо спрятались. Вам на будущее вдвоем никогда не прячьтесь. А, к тебе подъехали. Так я сидел. А почему вы за камнем не спрятались, ребят? А я не знаю, с какой стороны поедет, я не мог. А, вот чем прикол. Елку? Нет, я не нашел елку еще. Я вообще не знаю, где они. Ну ладно, пока. А его спалили эмоциями, так нечестно, ребят. Его, да, эмоциями спалили. Лявы, а. Так, а молодой человек, а можно вопрос, а почему я вас не заметил? Ты просто проехал, и тогда ты елку тоже проехал. Серьезно? Да, ты елку. А он точно никуда не переезжал, да? Нет, Элбери стоял. И елка тоже стояла. Я что-то проморгал. Да. Ты просто слепой. Наш победитель первого тура. Давайте не прятаться. Там, например, 2 человека в одном месте, потому что, блин. Да. Это в прошлой группе такое было. Пожалуйста, не надо прятаться вместе. Каждый найдите себе сам уголок какой-нибудь. Да, прошлые катки 2 уешки спрятались в одном месте и их сразу же чпокнули обоих. Ну,
Не повезло, не повезло. 3, 2, 1, вам конец. Ёлка. Ездить же нельзя, ты должен встать. А его все, его уже... А его нашли, так. Он стрельнул как бы, но не попал. Вот чем прикол. Ну ладно. Все, ёлка, все. Ёлка поиграла. Так, 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 интересненько. Вы что, все в городе спрятались, товарищи? Я вообще не в городе. Я просто увидел пиксель. Андрюша. Так, то чисто, когда ты играешь с телевизора. Я не пробил. Он играет с телевизора, ребят, вам хана всем. Да? Да, он играет с телевизора. Но у него экран огромный, то есть он все детали видит, по сути. О, есть контакт. Осуждаю, осуждаю, так плохо говорить. Да. Просорвал. Так, осталось два прячущихся. Погоди, это... Сейчас, мне, возможно, мне кажется, возможно, я в глаза долблюсь, но... Да! Чудо. Я увидел, я его увидел. Давай, последнего ищи. Да, Саня, ты хорошо спрятался, но, слушай, вкус там дырявый с той стороны. А телевизор... Меня, короче, нашли, блин. Все, последний, вот победитель третьей группы. Я тебе обещаю, победителем в финале ты не будешь. Я не знаю, это самая сложная карта. Вот последним самая сложная карта. Ну погнали! Что поделать? Будем прятаться. Блин, у меня скорость 20 км в час. Чёртов Кирилл. Чёртов, чёртов. Ну посмотрите на него фамилию. Чёртов Кирилл. Поворачиваюсь. Я одного уже знаю, где искать, потому что... Всё, больше не двигаемся, больше не двигаемся. Я понял, понял, искать, понял. Сейчас, я доеду. Знаешь почему? Не знаю. Он, короче, никак нет, у него просветилось. Опа! Выстрелы, выстрелы, вы вообще все палите жестко. Пожалуйста, никакой пощады. О, во-первых, один танчик я нашел. Еще один танчик нашел. Это кто? Эй, не стреляй. Кто это? Я не знаю, кого ты там поймал. Да ладно, сейчас тебя найдем. Погоди. Ищи меня, давай ищи меня. Кого нашел? Кого нашел? У Ешечку нашел. Я его не нашел, убейте его просто. Не надо. Убей его. Я его нашел, я его. Точнее, я его не нашел, убейте его. А что, в поле что ли спрятался еще? Да. Кого? Кого это? Кого я не увидел? Что за дебил, блядь, меня стреляет, сука? А, вот кого я не увидел. А зачем вы его спалили? Чёртов Кирилл! Он просто прятался в поле! Это он? Это чёртов Кирилл, да, а зачем он тебе стреляет, я не понимаю. Не знаю, но потом... Чёртов Кирилл, ты выиграл! Чёртов Кирилл, ты выиграл, прикинь. Чёртов, он не чёртов. Вы готовы? Все готовы, да? Не готовы. Так, ладно, Чертков, Чертков. Самая трудная карта. Это имба, Чертков Кирилл, это имба. Я ставлю все на чертова Кирилла. Окей, у тебя там 5000, говоришь, да? Ребята, у вас ровно минута есть, чтобы спрятаться. Осталось 50 секунд. Давайте, давайте, давайте. Сейчас начнем охоту. Это вот, блин, самый, кстати, да. У меня что-то этот, даже ручки начали немножко потеть. Я, который сижу 14. Так, давайте 25 секунд осталось. Слушай, они очень все хорошо спрятались, особенно чертов Кирилл. Отлично, отлично. Как в прошлом бою? Ну да, да, да. Охренеть, боже.
Как же я ору! Ребята, я поехал вас искать. Давай, это вот мой типичный маршрут, сейчас зацепим. Так, 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 так. Все, ребят, встаем, не двигаемся, сейчас будем вас искать. Вагончики, на самом деле, вагончики легко проверять, потому что тут вообще все видно параллельно. Понятно. Не попал. Это кто? Дима, который хотел получить главный принц. Получит дик-биг. Дик-пик получит. Я елку вижу. Я елку вижу. Ты елку видишь? Спалился. Да ладно, чертов Кирилл уже второе место занял, как минимум. Тихо, не стреляйте по левоправу, пожалуйста, ребят. Так, ребята, осталось всего лишь два танка найти. Третье место занимает молодой ветеринар. Осталось 5 минут. Продержатся ли наши ребята? Нет, вообще никак нет. Чё? Никак нет? Никак нет. Ветеринар, подталкивай нет. В жопку подталкивай. Не надо, я даже без этого затащу. Так, блин! Чего? Что такое? Ничего, я еду. Спалился. Вижу. Кирилла за... Всё, Кирилла поймали. Опа, чё это фугас прилетел? Ребята, не надо. Ты посмотри, где был... Всё, Кирилла нашли вторым. Чёртов Кирилл, почему ты второе место занял? Хрен. Пизде. Ой, простите, я в офиге просто. Чёртов Кирилл занял второе место, я в шоке. Как ты сюда попал? Тихо! Я понял. Т-26, какого хрена ты его спалил? Я понимаю, что он выиграл. Ты понимаешь, просто прикол в том, что ты его сейчас лишил каких-нибудь 750 рублей, например. Да, он мог получить в два раза больше, но спасибо, скажите Диме, который спалил его. Дима! Я могу дать тебе педигри. Педигри? Педигри дай ему, да! Итак, победитель Айлбери! Ю-ху! Вот он. Мы тогда начинаем вручать призы нашим победителям. Хоть некоторые из них и незаслуженные. Гавр Гуру, например. Как он, да, молодой ветеринар, это особый случай, да. Так, осуждаю, не надо материться. Так, кто у нас, подскажи нам, кто у нас занял четвертое место? Дима, да? Мону я отправляю его подарок. Это дикпик, долгожданный дикпик. Напиши мне, пожалуйста, в ЛС твой номер, и я тебе отправлю твой приз. И что там? Что там, Димон? Там что-то веселое? Да я такое каждый день смотрю. Сделай скриншот. Сделай, пожалуйста, скриншот. А у него микрофон не работает. Да? Да. Он здесь? Но он типа здесь, да. Слушай, Гавр Гура, сделай, пожалуйста, скриншот и отправь мне в ЛС. Это вот да, твой приз за третье место. Далее, самое интересное. Второе место. Это Кирилл. Самое Чертков. Интересное? Да. Кирилл это Чертов! Вот... Поздравляем со вторым местом! Да, 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 ты красавчик на самом деле. Я не знаю, как ты выиграл. Это так, Кирилл, это же Кирилл Чертов. Так, ладно, да. Короче. Они скрины кидали, да? Да, они скрины закинули. Что, ты реально третье место? Реально баланс два раза увеличился. А, не, муравьев я жопой. Не, муравьи его изначально покусали так. Вот почему у него сейчас такое орудие. Ну, мы же по-другому не можем. Ну, поэтому вот так. Короче. Не, ну мы так сделали с поляком, все норм было. Так, все, я тебе все закинул, теперь я... Кирилл Чертов, да, он получил сотку. Да-да-да-да-да, он говорит. А что он получил-то? Давай. 1 рубль, большое спасибо. Я рассчитывал на 200 рублей, чтобы себе на Тиньков перевести, у меня было бы 2к. Я бы купил. Ну, у тебя был 1 рубль на карте, сейчас стало 2 рубля на карте. Ты считаешь, в 2 раза больше увеличил свой баланс. Да, кстати. Он увеличился на 100%. Я с Бером... Итак, и последний, Димон. Я получил... свою фотку. Ну, я получил фотку, там, где изображен я. Да? Уже. Хорошо. Да. Огромная, да. Ну, да, мощная. Подарок, вообще. Нет, вам вообще понравилось в этом участие.
ребята. Да, понимаю. Да, второе очень место для два пропуска. Первого может 600 рублей, а мне 1 рубль, ебать, расклад, конечно. Мы вообще так хотели, знаешь, как хотели сделать? Мне пока. Мы вообще хотели, типа, сделать одного победителя. Спасибо, настроение охуенное.